Hada yo taritun laro keni ashum. Karunel champistar iriakel tatma. Anasune vangnume misne chi oktagorvi. Voziken sereskerin vaksina sepagan arerin mek mar ujerov sereskerin, bats oku chtaveri vor kanov peshkutyun ksegerer mi at vratsi peshish timetsin yani egan kse sereskertsir utamis hetev vsyo iren bdi yerort ankam sereskis bats 15-20 or hetev Сад кавет музыка, интарам хоретин, мисин чок так уж интарапис. Уран селов хашкажуге. Пайседе хашкажуге. Тегата не могу цахвет, тега мен карнинг серескинг. Оку чита. Улемен шадуге, воште бане тере. Бат мы чува педи анасун сад гелеш. Григориан Хованеси гентанин бан. Мод ергу тареган хасагунеш. Бат материал верстинг органерус. Шержане ашкадо, батоно бесто интерветинг таравахтска. Паскана лаборатория, цега вор МКР. МКР Григориан Хованеси ергу вакцина кенец, мод хару доз, утум унер утанасунат келха канак. Инзил тараф, ес сэрэскетцинг нел инзок нец, анасунер бернецин, этпесел Григориан Хованеси моде верчацав сад геле. Ка анасунор иммунитет эрчи берел, ка анасунор сэрэска чи егел. Ховиве гиде майси мегиц, хакоян испан Григорий Ксеор, минче ворес 17-ат сад геле. У нас было сообщение из деревни Дидыха, что упало две головы крупного рогатого скота. Наш специалист взял патологический материал, клинический, это был физиотозным карбулком. Патологический материал был сдан в лабораторию Халцихскую. И где диагноз подтвердился эпизематозным карбунком. Обязательно должны провести профилактическую вакцинацию. Национальное агентство продовольствия не проводит вакцинацию против этого заболевания, потому что оно не входит в государственную программу. Обязательно должно население обратиться к частному ветеринарному врачу, который проведет вакцинацию против этого заболевания. Она проводится в год два раза. В Каурме клинический наш специалист увидел признаки натурального дерматита. И эту вакцинацию провело бесплатно Национальное агентство продовольствия в деревне. Если они увидят у своих животных такие клинические признаки, как образование узлов на коже, слезотечение, температуру, обязательно пусть обратятся к нам.